Здравствуйте, друзья! Внимание, внимание! Жесткий диалог. Опять вашему вниманию ответственный за кровную месть, за жесткач на нашем канале Евгений Татаринов. Многие его узнали. Спасибо, Жень, очередной раз. Ну, друзья, вы в вопросах мне пишете, вот я выкладываю опроснички, и вы все прям чуть ли очень громко кричите: давайте жесткача да побольше. Ну вот вам жесткач, наслаждайтесь. Я даже не понял, откуда этот коллектор, с какой организации. Ну, так или иначе, они все заслуживают такого общения. Поехали. Да-да-да, там выезд, запланирован выезд, да, я так понимаю, на понедельник? Да. По адресу. И какие будут действия с вашей стороны применены? Какие будут действия? Да-да-да. Ну, необходимо будет оплатить деньги. Ага. Вот, ага. Будет выставлен счет. Ага. Ну, если денег не будет, она, по-моему, так и говорила, что денег нет. Ага. Значит, тогда будет происходить опись ареста имущества, счет погашения долга. Ну, хорошо, вам тогда будет сразу инкриминировано и задокументировано, все будет задокументировано, и вам будет автоматически инкриминирована 163-я статья вымогательства. На основании того, что... Да? Ну, конечно, да. Поэтому вы будете это сразу... Подождите, если вы такое грамотное вымогательство, как это может быть, если она... Ну, вы не в правовом ключе деньги. Будете действовать, она понимаете? Деньги. На голом энтузиазме пытаться что-то... Подождите, не перебивайте. На голом энтузиазме пытаться что-то выбить с нас... Это будет просто 163-я статья вам автоматом. Все будет задокументировано на видео. Подождите, не кричите. Все будет за видео задокументировано. Я за вас очень рад. Сразу будет по отношению к вам. Будет сразу, конечно. А если будет какая-то попытка проникновения в жилище, будет просто применена физическая сила. Попытки не будет. Ну тогда вы постоите за двором. Проход будет туда. Ну тогда будут вас ноги прострелены, это как минимум. Готовьтесь. Обеспечить доступ с вашей стороны надо. Готовьтесь тогда к тяжким телесным повреждениям, к увечьям и тому подобному, уважаемый. Вот как раз и вы не всегда будете ответственность. Вот да, за то, что на мое жилище неправомерно будут проникать люди. Все, послушайте, уважаемый, только все будет в рамках закона, естественно. Все нормы, органов, нормы не будут. На основании чего? На основании судебного приказа или чего? Совершенно верно. Да, уже судебное производство было по отношению моей супруги, да, произведено. Проведено. Судебное производство уже завершено, да? Все было организовано, все было обязательно. Да, а почему мою супругу тогда не уведомили, скажите, пожалуйста, о суде, о заседании и тому подобное? Поэтому мне кажется, что вы просто-напросто обманываете. Поэтому я вас предварительно предупреждаю. Предварительно предупреждаю. Будет проникновение в мое жилище, будете покалечены. Не можете обеспечить ее. Почему она охота у вас берет деньги? Да дело не в этом. Сейчас о другом идет диалог, уважаемый. Поэтому вам будет инкриминирована 163-я статья, это автоматом. Я говорю, вы сейчас начинаете пальцы гнуть. Я не гну. Я вам загну в обратную сторону, если хоть попытка будет проникнуть в мое жилище, попытка встретиться с моей женой. Я вам не просто пальцы, я вас просто в жопу выебу, прямо возле своего дома, пидорасов. Ты меня слышишь, хуй бычий? Да хули ты орешь? Я говорю, просто я вас в жопу выебу, прямо возле своего дома. Это будет во-первых, а во-вторых, я тебя уебище в рот выебу лично, блядь, прямо на пороге твоего дома, хуйло, ты понял меня? Я тебе сказал, дурацкий ебливый, еще раз подобное сообщение, я тебя выебу лично, нахуй, животное, я тебя вертолетом крутану, чучело ебучее, блядь. Ты меня слышал или нет? Я тебе сказал, гандон ты ебучий, подобная попытка, угрозы, сообщения, будет написано заявление в полицию. Во-первых, ебало, закрой свое, гандон, блядь. Я тебе сказал, старая ты хуйня дырявая, до седых мудей дожилась. Сидишь на телефоне, там корчишь из себя что-то, животное. Еще раз повторю, будет попытка, ебало слышу. Закрой. Будет слышно попытка плохо. Проникнуть в мое жилище, покалечу нахуй.
попытка угроз или подобных сообщений по 163-й, ты лично загремишь у меня, пидор. Я этому посодействую, я тебе отвечаю, уёбище, блядь, ебучее. Я тебя в рот выебу, ты меня вынудил перейти на такую форму общения. И ты, мразь ебутина ебаная, запомни, ты не на лохов нарвался, я вас в рот выебу лично. Весь ваш гей-квартет, ебать, пидорас. Бля буду, я тебе бля буду, я тебе базарю, хуйня. Я тебя ебать слышу, буду, шлюха слышно, ебучая, нахуй. Я тебя, шлюха, еще ебать повтори, буду прямо перед порогом слышу. Своего дома. Ты тут и выставил себя фуфлометом, перейдя на то, что ты ебать жене должен помочь, хуё моё. В итоге слышу, ты фуфло толкаешь по отношению ко мне, уёбище ты дырявая, блядь. Я тебе базарю, еще пидор, я тебя выебу, нахуй. По отношению к моей супруге еще подобная угроза или какие-то обезьяны я будут говорю, звонить. Еще раз повтори, я вас не выебу тебя. Нахуй, хуйлатон ты ебаный нахуй. Еще раз. Смеется, еще в очко раз себе посмейся, пидорас, у тебя там дыра черная зияет, блядь. Гондон, давай, я тебе сказал, повтори, пидор, слышно. Еще раз подобная хуйня, вот эти левые давай, сообщения давай, еще раз повтори, и прочая залупа, тебе. Я тебя в рот ебать буду, шлюха ебаная. Я тебя плохо слышу. Еще ну все, короче, старая кляча, нахуй, там ты эти, блядь, подтяжки подтяни, нахуй, и ковыляй отсюда на четырех маслах. Одни, да, одни да, твои, а другие деревянные, на костылях, короче, хуйла, типа. Давай. Все, короче.